Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые подписчики, уважаемые все жители нашего города. Вы на канале «Наш Санкт-Петербург». Сегодня мы вам показываем магазин «Галамарт». В этом магазине очень много полезных, недорогих вещей. Вот, и мы хотели сегодня поздравить этот магазин с Новым годом. И хотим вот сейчас спросить наших покупателей, часто ли они ходят в этот магазин и нравится ли им? Можно вас, извините, на минуточку? Покупаете какие-то небольшие мелочи, да, которые для дома полезны, да? Да, вот и я тоже покажу. Да, очень выгодно, удобно. Скажите, вы хотели бы поздравить администрацию этого магазина с Новым годом с наступающим, пожелать дальнейшего вот такого же удачного ассортимента и здоровья всего, что самого хорошего? Правда? Хотите поздравить? Ну, неожиданно, конечно, но неожиданно. Я с удовольствием поздравляю всех сотрудников магазина. Да. Удачной им работы, хороших покупателей, живых, культурных. Ну, хороший ассортимент, чтобы было приятно. Да. Вообще в этом магазине всегда, мне кажется, хорошо обслуживают. 10% делают нам пенсионеры. Если на кассе мы показываем свой пенсионный, нам делают скидочку. Да. Спасибо вам огромное. Вас тоже с Новым годом. И вас с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья, удачи. Вам всего доброго. Спасибо большое. Вот такой магазин. Поздравляем администрацию Галамарта с наступающим Новым годом. Желаем к этой компании дальнейшего процветания, очень хороших покупателей, вот таких же вежливых, и пускай нас так обслуживают здесь, как всегда, вежливо, учитывая наши потребности, и пусть всегда-всегда в Галамарте будет вот так красиво, как сегодня. У нас вот такая красивая елочка. На канале «Наш Санкт-Петербург». Всем доброго здоровья, всем доброго вечера. Пока-пока. Ставьте лайки, балалайки.